Всем привет, я Элли Ди, и сегодня я расскажу про Video People 2016, фестиваль видеоблогеров, который проходит каждый год. Подписывайтесь на Элли Ди, ставьте пальцы вверх. Сегодня мы находимся на Video People, это фестиваль видеоблогеров, международный, между прочим, и я вам покажу очень много интересного, так что оставайтесь со мной, и я вылезу к вам из этого экранчика. Пойдемте посмотрим, что там. Я продолжаю плутать по Video People. Людей очень много, и все, как правило, приходят какими-то кучками, а я одна. Я здесь одна. Я продолжаю вас знакомить с Video People, с фестивалем видеоблогеров. Да, и мы с вами перемещаемся, вы ходите со мной. Так, давайте попробуем подняться на второй этаж и посмотреть, что же есть там. На самом деле было много видеоблогеров, с которыми я пообщалась, поэтому смотрите этот ролик до конца и пишите в комментариях, кого вы узнали из блогеров в этом видео. Периодически я теряю из вида камеру из-за такого количества людей. Вглядитесь в эти лица, это все видеоблогеры. А там кнопки для вручения, я свою кнопку получу в следующем году. Если вы хотите, чтобы я быстрее получила кнопочку и показала ее вам, ставьте лайк этому видео, ведь все зависит только от вас. Подождите, а вот этого блогера я, кажется, знаю. Я хочу дождаться панельной дискуссии с известными топовыми блогерами, но пока еще до них целый час. Я жду, не дождусь, просто не знаю, чем себя занять. Склоняюсь, пытаюсь кого-то узнать, пытаюсь где-то посниматься. Ну, в общем, здесь как-то так. Народу очень много, ты практически никого не знаешь. Просто. Кто-то к тебе подходит фоткаться, а ты просто не знаешь реально. Такова реальность. Пойдемте дальше. Еще были зеркала с наклейками для селфи. Такие же хочу себе домой. А также очки виртуальной реальности. Посмотрите, сколько блогеров сидели в очереди и ждали. Я так и не дождалась своей очереди. Тут меня кто-то узнал, и мы сфоткались. Никогда не стойте в стороне, всегда подходите, если узнали меня. Тут у нас Стас Давыдов, кажется, прилег. Да, скажу, у меня нет каких-то особых предпочтений в видеоблогинге. Я просто немножко YouTube воспринимаю по-другому, как сообщество людей, у которых я могу чему-то поучиться в этом деле. Поэтому каналов, интересующих меня по тематике, как правило, нет. Я просто, мне интересны сами блогеры, которые что-то делают. Здесь вижу, здесь очень много разных спонсоров, которые устраивают розыгрыши, конкурсы. В общем, пытаются чем-то занять аудиторию. На самом деле, это не очень интересно для меня. Для меня было бы интереснее пообщаться с какими-то хорошими топовыми блогерами, у которых хотя бы больше подписчиков, чем у меня. Но пока я смогла общаться только с тремя. Да. Ну и, соответственно, хочется, конечно, с многими познакомиться, чтобы было больше интересных знакомств, чтобы мне могли рассказать, в чем их секрет успеха. Это был мой самый основной вопрос, который я задавала всем топовым блогерам, с которыми я сейчас могла пообщаться. В чем твой секрет успеха? Конкретного чего-то я не услышала, поэтому я считаю, что очень сильно играет суть удачи. Вот так. Быть в нужном месте, в нужное время на YouTube – это очень важно, просто невероятно. Всю стену уже списали, когда мы сюда пришли, здесь было меньше все-таки надписей. А мы продолжаем с вами плутать по Video People 2016 и идем дальше. И вы идете со мной, конечно, ведь я взяла вас с собой, поэтому ставьте лайк за то, что я снимаю на Video People, да. Здесь очень много интересных личностей. Видеоблогеры внешне отличаются от других людей, подавляющее большинство, потому что они знают, что кто-то их может сейчас снимать, фотографировать, они стараются выглядеть ярко, короче, они отличаются. Но есть такой, знаете, контингент немножко странных видеоблогеров, которые выглядят как обычные люди, и, если честно, я их не понимаю, потому что я считаю, что если ты работаешь в кадре, ты должен быть ярким, максимально ярким. Так что это просто совет даже вам, начинающим блогерам, кто меня сейчас смотрит. Вот так. Так, здесь у нас что? Здесь у нас различные залы, где проходят какие-то движухи. Если честно, я не понимаю, что где. Да, здесь будет панельная дискуссия.
Второй зал. Воу-воу-воу. Спасибо. Отлично. Мы с вами идем дальше. И я вам сейчас все покажу. Это зал номер один. Что здесь? Что здесь? А я не знаю, что здесь. Здесь что-то происходит. Давайте зайдем. Так. Так-так-так. Ага, здесь можно пофотографироваться вот в таком телевизионном экранчике. Пахнет кофе. Всем привет, я Элли Ди, и у меня 2 миллиона просмотров, да. Сегодня мы находимся на Video People. Это фестиваль видеоблогеров, международный, между прочим. И я вам покажу очень много интересного, так что оставайтесь со мной, и я вылезу к вам из этого экранчика. Да-да-да-да-да, это заголовок видео, самый популярный видеоблогер в мире. Да. Обязательно ставьте пальчик вверх, ваш лайк будет не лишним к этой огромной сумме лайков. Так что обязательно ставьте пальчик вверх и пишите комментарии, я отвечаю всем. Стараюсь отвечать всем. У-ху! Видеоблогер Элли Ди сейчас расскажет вам о чем-то. Друзья мои, в чем секрет успеха? Секрет успеха в том, что вы сами с собой. Вы делаете из себя обычного, такой, как вы есть, бренд. Вы работаете над этим постоянно, каждодневно, и живете с этой мыслью. Ваш каждый шаг, каждое ваше действие, каждая ваша фотка, выложенная в Инстаграм, короткая видюшка или общение с другим человеком должны быть направлены на одно, друзья мои, на продвижение бренда. Как я тут неплохо смотрюсь. Всем привет, меня зовут Джина, и моя хозяйка Элли Ди осталась дома, я пошла на Video People. Пойдемте со мной, пока я превращаюсь из Джина обратно в Элли Ди. Я думаю, будет прикольно. Вручали каких-то, короче, коробочек с сувенирами. О, я постепенно превращаюсь обратно в Элли Ди, вы слышите? Это происходит очень медленно. Я в какой-то момент не включила микрофон, поэтому конкурс на лучший коммент. Как вы думаете, о чем я говорила с видеоблогерами? Попробуйте прочитать по губам. Полайкаю самые классные комменты. На Video People я смогла лично встретиться с теми, с кем знакома лишь по переписке. Это была классная возможность, потому что блогеры приезжали со всех городов России и даже из-за рубежа. Подписывайтесь на Элли Ди, ставьте пальцы вверх. Всем пока! Видела я сегодня Нюту, Эльдара, Саса, Амирана. Больше никого не видела. Если увижу, обязательно вам покажу, постараюсь, по крайней мере. Но они, если честно, быстро пробегают мимо и особо их не поймают. Подписывайтесь на канал, жмите пальчики вверх, и мы увидимся с вами скоро в новом видео.